Здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня мы смотрим супер-пупер новиночку, прям вообще из кочегарни, из самой, из жиродельни, из игродельни. Короче говоря, сегодня мы будем играть в игру Super Mario Bros. Wonder на Nintendo Switch. Ну как на Nintendo Switch, играю на эмуляторе Yuzu. Я наконец-то смог добиться нормальных результатов в этом эмуляторе, уже поиграл в Super Smash Bros. Ultimate, там даже всех персонажей уже открыл. Много поиграл, собственно, там. В 2018 году я делал много видео по играм Super Smash Bros. И до сих пор это остается моей любимой серией. Ну и, как вы, наверное, знаете, я люблю игры про Марио. И, собственно, вот, думаю, раз уж такая такую новиночку нельзя упускать из виду, да и пару подписчиков даже писали о ней. Так что давайте начнем, давайте сыграем. А, надо щелкнуть. Так, и, кстати, игру довольно-таки быстро взломали. Вышла она где-то 20, по-моему, октября, если не ошибаюсь. Если путаю, то, пожалуйста, поправьте в комментах. Но, по-моему, 20 она октября выходила. Так, можно играть до 4 игроков. И у нас в распоряжении довольно-таки много персонажей. 8, мать его, персонажей. Какой 8? 12 персонажей у нас. Короче... И из них вот эти вот все, я у Дениса Мейджера, ютубера такого, видел обзор на нее, он там старался ничего не спойлерить, я сам игру не проходил, еще ни одного мира, будем вместе с вами изучать. Короче, вот эти вот все персонажи от Марио до Тоадетте одинаково все бегают, Йоши и Кралик, собственно говоря, они уже для... С ними, ими более легче играть, там они, там враги урон по ним наносят, но мы будем играть, так, секундочку, а почему у меня английский язык? Ну-ка. Так, ну вот, другое дело, с русским языком будет куда более понятно. Так, один игрок. Небольшие подлагивания могут, конечно, быть, но надеюсь, что незначительные. Так, короче... Йоши и Кралик не получают урон, но не меняют форму с помощью бонусных предметов. В общем, мы будем играть за всех персонажей, будем сменять их от уровня к уровню. Начнем, пожалуй, с Марио. По ходу игры, по ходу выбора уровня, их можно сменять. Можно ли менять во время самой игры, во время уровня, не знаю. Добро пожаловать в Цветочное Королевство. До него от Грибного Королевства рукой подать. По приглашению принца Флориана Марио с друзьями отправляются туда в первый раз. Привет! Да, есть в этой игре вот такие вот говорящие цветы, которые говорят даже на русском языке. Привет, Луиджи! И какие-то вот эти вот новые существа. Понятия не имею, кто это такие. Короче говоря... Вообще, Super Mario Bros. Wonder. Вообще, игра сама началась из 2D-платформеров. И, начиная с 1996 года, Nintendo забила на двухмерный Super Mario. Стали трехмерные делать игры про Марио. И в 2006 году только серию решили возобновить в виде серии New Super Mario Bros. И первая часть вышла на Nintendo DS. Кстати, это, наверное, самая моя любимая игра в этой серии. DS-ка. Самая какая-то более ламповая, что ли. Я ее проходил на канале и на стриме. Собственно говоря. И вот. Вышла еще версия для Wii, для 3DS и Wii U. Версия для Wii U еще была портирована на Nintendo Switch. Но на эмуляторе Yuzu она не хочет запускаться. Там только интро, а дальше ничего не работает. Да, немножко подлагивание есть. Короче, прилетел Боузер. Взял вот этот цветок, и что-то сейчас произойдет. Замок, короче, этот забрался. Так,
Какая-то дичь, короче. Пошла не по-моему. Боузер у нас, как всегда, захватывает королевство какие-то. И вот в итоге в 2023 году выходит Super Mario Bros. Wonder. Не New Super Mario Bros. Wonder, а просто Super Mario Bros. Wonder. И здесь, собственно говоря, 2D-платформер. И надеюсь, что мы с удовольствием его пройдем. Во всяком случае, отзывы у этой игры положительные очень даже. Вы нам поможете? Спасибо, да. Короче, Боузер порабощает королевство вот этих вот существ. Да, можно я буду гидом? Тогда секундочку. А я разрешение давал? Но наши герои не говорят. Так что придется смириться. И вот эти вот бойцы еще нам в помощь будут, если будут какие-то сильно сложные уровни. Так я буду в основном играть за основных персонажей. А этих буду брать, если будет сильно сложно. Так, первый мир. Долина труп. Собственно, вот такая вот карта. Сложности обозначаются звездами. Ну, тут одна звездочка, значит, это очень легкий уровень. Let's go. Прыгайте, нажимая B, а нажав, удерживая эту кнопку, можно прыгать даже выше. Да, во время загрузки, судя по всему, будут показываться подсказки какие-то. Хотя у нас Денис Мейджор, когда я играл в этот Party Animals, говорил, кто же загрузки-то смотрит. Я во время загрузки в телефон смотрю или в чат. Короче, Денис Мейджор не без недостатков, конечно. То, что у него свои закидоны, это проблема игры, значит. Так, ну вот. Самый, наверное, главный вообще пауэрап в этой игре — это слон. И выглядит, ну, прям очень крипово. Блин, управление немного непривычное на свече. Так, дополнительно еще есть. Музычка какая-то, если честно, не... Из того, что я сейчас слышу, и в меню тоже... Музыка какая-то скучная, неинтересная, невнятная музыка. Y, это у нас какая кнопка? А, все, ясно. Не, подождите, это... А, я Y-ком бегаю уже. Здорово! Придется им отвечать, наверное, иногда. О, господи! Так, этот цветок, если взять этот цветок, то на уровне будет твориться всякая дичь. Цветок вакханалии, собственно. Каждый раз, говорят, разная будет дичь. На каждом уровне она будет разная. Это хорошо, я собрал все эти три монетки, что ли? Прикольно. Семечко. Чудо-семечко. Так, прошли уровень. Отлично. И, собственно, спасли одного из жителей. И он нам еще одно семечко дает. Так... Ну, игра, конечно, выглядит красиво, но музыка скучная, неинтересная, невнятная музыка. Ну и атмосфера совсем не та, какая была даже в играх New Super Mario Bros. Особенно New Super Mario Bros. DS. И что, а что уж говорить о старых дэндиевских еще, несовских Марио. Let's go! Собственно,
Песни, пляски и парад пираний. Если прыгать на ходу с помощью Б, прыжок получится выше. Ну да, это, собственно. Так. Вот так-то лучше. А, секунду. Ой, не начать заново. Я забыл кое-что сделать. Я же сказал, что буду от уровня к уровню персонажей сменять. Нажимаем, короче, плюсик. Персонажи. Переключаемся на следующего. Луиджи. Будем от уровня к уровню сменять персонажей. Для разнообразия интереса. Давай, давай, поехали. Так, так-то лучше. То слон этот криповый сильно какой-то. Так. Такие вот анимации еще. О, что, серьезно? Так можно, что ли? Обалдеть. Да, цветок, честно говоря, мне нравится больше, чем слон. Анимации здесь другие, не как в New Super Mario Bros. Сериях. Так, а тут в кирпичике что-то есть? Бонус вот такой вот в виде цветочка. О, тихо! Вот это я зря сейчас сделал, конечно. Да, я знаю. На нотках он, видимо, прыгает. Так, цветок в ханалии. Он на каждом уровне будет, я так понимаю. Ну, жесть какая вообще, я не могу. Сдохните, ублюдки. Я сейчас перестреляю вас, скотин, всех. Если не заткнетесь. А, блин, ну кто знал, что она сейчас вылезет отсюда? Чудо-семечко! Ну, поехали дальше, чё ты встал-то? Столько вопросов и так мало. И не говори. Чудесно. По музыке пока ничего, честно говоря, общего нету с предыдущими играми про Марио. И это не очень как-то радует, если честно, меня. Так, теперь следующий персонаж у нас это принцесса Пич. Да, обычно в играх про Марио в таких мы ее спасаем как раз таки, а тут мы можем за нее играть. Впрочем-то, немало игр про Марио, где за нее также можно играть, и вот это вот, собственно, в том числе. Здесь мы спасаем не ее, а королевство вот этих вот хрен знает кого. Да, вот. Да, вот это вот. Да. Вот Пич в виде слона. Это вообще, это просто умора. Просто умора. Я не могу. Что, нельзя залезть? Нет. Уж лучше бы цветок все-таки там оставался. Ну и ладно, фиг с ним. Куда пошел? Он вернулся нафиг. Вот и старые враги наши, купа трупы, и не делись никуда. Опа. А туда можно зайти? Да. Не уйдешь никуда. Да. Ну, собственно говоря, анимации даже уникальные имеются. Собственно, это современный 2D-платформер 2023 года. 2023 года. Ой.
Но с другой стороны, зато я не буду видеть эту криповую рожу слоновую, а буду видеть нормальное принцессовское личико. А звездочки падают. Суперские звездочки. Что-то голос у нее, по-моему, другой, не так ли? Стой, стой! Дай семечко. Я забрал семечко, и он сдох, получается. Чё за фигня? Пятнадцать минут, а мы только третий уровень прошли. Чё-то как-то, по-моему, многовато, не так ли? Сумеем ли мы пройти целый мир за одну серию? Вот это очень хороший вопрос, если честно. О-о-о! Вот это по мне! Цветочный замок — это я. И я цветочный замок. Какая чудо-сила! О, чувствую, что становлюсь сильнее и сильнее и сильнее! Скоро весь мир будет моим. Этот вредный Боузер, он бросил нам вызов. Я не оставлю так это. Нам нужно как-то добраться до него. Погонимся за ним на цветке пропеллере. Да. Принцесса Дейзи отправится туда. Боузер младший. Да, мой папа превратился в настоящий замок. А, это сам Боузер типа замком стал. Теперь с ним никто не справится. Все хуже и хуже. Смотри, вокруг этого дома велось какое-то растение. Ну... У меня идея, попробуем применить наши чудо-семечки. Они должны привести все в порядок. Ведь в чудо-семечках содержится много силы. Да. Если, кстати, кто-то не в курсе, кто такая принцесса Дейзи вообще, то это... Это принцесса, которую надо было спасать в игре Super Mario Land. Первой. На геймбой. И потом она стала, собственно говоря, еще одним персонажем во вселенной Марио. Ровесницей принцессы Пич. Ну и собственно, подругой брата Марио Луиджи. Аналогично, как у Марио, это Пич. Собственно говоря, принцесса королевства, я забыл, как оно называется, но в общем, не важно. Поехали на следующий уровень. Тоже очень нравится мне. Но какая принцесса мне нравится больше, Пич или Дейзи, я определиться до сих пор не могу. А, принц Лорен, могу ли я надеяться, что вы примете этот значок от меня в подарок? Я не сомневаюсь, что такое величественные особые значки могут пригодиться. Да, очень, очень величественная, это точно. Мне всегда хотелось нацепить какой-нибудь значок. Благодарю. А теперь я могу всем помочь. Мне прям душа расцвела. Я рад услужить вам, ваше высочество. А, вы сами видите, что я нацелен значком. Куда станет проще, я так понял. Сюда? Сюда?
Откуда эти цветочки, правда, вообще взялись, говорящие? Фиг, вот фиг его знает, если честно. Может быть, где-то в конце игры нам ролик раскроют, но я не знаю ничего пока. А, тренировка с значком. В полете, удерживая R, встряхните контроллер, чтобы достать шляпу и медленно парить вниз. Просто нажми R в воздухе. Знать будешь что за... Ага. Просто нажми R в воздухе. Знать будешь что за... Ой, господи, я не ту кнопку нажал. Просто нажми R в воздухе. Знать будешь что за... Вот так. Неплохо, неплохо, неплохо. Всего хорошего! Так, а тут у нас развилочка, я так полагаю, какая-то. Ох, натворил он здесь, с чего начать? Опять это противное растение, нам снова понадобятся семечки. Ну и куда пойдем? Если нужно к кнопкой L, можно открыть карту. Давайте проверим. Да, вот карта, пожалуйста. Начнем с этого уровня. Let's go! Короче говоря, много новых врагов, но старые, благо, никуда не делись при этом тоже. Но они стали появляться реже, я так понимаю. Из всех более современных 2D-платформеров про Марио, мне больше всех понравился New Super Mario Bros. На DS. Собственно говоря, возможно, от того, что она стала первой игрой New Super Mario Bros., которую я поиграл. И, кстати говоря, она стала самой первой игрой про Марио, которую я прошел полностью до конца. Что-то тут не ладно. Так, что это такое? А это мне столько раз щелкнуть надо по нему? А, отлично. Бонус нам дают. Да, одного удара, значит, и мало, надо несколько. А. Так, чтобы так их... Чтобы так расправиться с ними, Дейзи бессильна. Так, отлично. А чё, я одну семечку только достал? Ох, как досадно-то, а? Так, желтый тот следующий у нас идет. Перейдем сюда. Какой-то там гипопотам написано. Да, 100 тоже, конечно, в виде слона выглядит крипово, блин. Я не знал, что на них можно прыгать. Какие-то странные гипопотамы, по-моему. Немножко. Для семечка, наверное, вот эти вот мелкие собирать надо, цветочки фиолетовые. А перед этим цветок в канале появиться должен, по-моему. И звуки какие-то все другие тоже как-то, ну я не знаю. Не то немножко уже. Не... Марио какой-то уже не тот. Давайте стали.
Ух, ё-моё! Да что ж такое? Можно еще сделать вот так. Поскольку у нас бонус есть, можно и воспользоваться этим. Да, это для цветка в арханале надо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, какая жесть. Дайте мне семечко. Семечко дайте мне. Дали мне семечко сюда. Взял. Отлично. Короче, про них, походу, надо не забывать. Они действительно, говорят, пригодятся. Пригодятся обязательно. Изумительно, но не до конца. Ту-ду-дым. Да, мир как-то дольше проходится, по-моему. Ну-ка, это что такое? Передышка, музыка с чудо-фишками. Так, переключаемся на следующего Тодда. Синий. Жаль, нету оригинального. Красного. Кстати говоря, есть довольно-таки прикольная головоломка. Спин-офф Марио, Капитан Тодд называется. Там это, короче, головоломка интересная. А это, кстати, мелодия из Super Mario World играет. С Super Nintendo, который... Блин, голос у нее смешной, конечно. Кстати говоря, в апреле выходил полнометражный мультфильм про Марио. Я его смотрел. И, собственно... Опа. Что же делать? Из-за ужасного Боузера сюда свалился камень. Я бы его разбил, но он слишком крепкий. Мне бы цветочных монетах ходьбе действовать, да? Тому карни не сдобровать. Хорошо, мне не жалко, давай. Теперь я в полном рассвете сил. Я раскалю этот камень два счета. А это проход куда? В следующий мир, что ли? Или куда? Это, короче, я что-то не знаю, как-то тут много уровней, по-моему, не находите. Так, сложность 1. Let's go. Ладно. Испытание значка. Давай! Блин, не ту кнопку нажал. А почему этот красный цветок? Планируй! Так держать! Не, это не сложно, надо просто к этому привыкнуть, к этому управлению. На самом свече-то, я думаю, играть удобнее, а вот на эмуляторе не очень как-то. Удивительно, но эмулятор Nintendo Switch работает лучше, чем эмулятор Wii U. Блин, опять нажал на эту кнопку случайно. Хорошо, хоть не упал туда, куда не надо. Куда? А как я попаду туда? Последний прыжок. Отлично. Семечко нам ни хрена, правда, не дали. Я, наверное, не все собрал те. А, тут оно одно только может быть. Оно одно, похоже, здесь только. Потому что здесь других слотов. Здесь семечка этого не было. Так. Теперь то от это пойдет.
Let's go. Час пик. Купы, трупы на роликах. Ничего себе, блин. Нет. Не, со слоном это вообще просто умора какая-то. Но я не могу. Но мне нравится больше за обычных играть. А почему купы, трупы розовые? Я что-то первый раз такое вижу. А, идите нафиг. Пожуй листа. Это что такое? Тянуть что-то нужно. Так, а тут что-то... Что это? Это просто монетка. Опять цветок, который у нас уже есть. Ай, блин. Ох, фигня. Так, ну-ка. Опа. А вот и цветок в канале. Ну-ка, и что сейчас будет происходить? Ой, господи, невидимые дороги. Так, а дальше куда? Отлично. Последний-то где? Вот она. Да что ж такое? Кстати говоря, таймер на прохождение здесь убрали. Был в играх про Марио. И двухмерных во всех. Таймер на прохождение уровней. Он, в принципе, не напрягал никого, но здесь его нету вообще. Ай, блин. Оба. Хорош. Неплохо, 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 неплохо. Так, ну похоже, первый мир за одну серию не пройдем мы. Это слишком уж как-то много. О, еще что-то есть, ну-ка. Что здесь, что тут? Let's go. Передышка, говорите? Что тут? Что тут за передышка такая? А. Блин. А, я понял, что тут надо сделать. Тут надо успеть. Восьмое ноября, да, у нас сегодня. А теперь переключаемся обратно на Марио. Let's go. Опять передышка. Очень много бонусов. Ну это вообще что-то ли... Ну это вообще было легче легкого. Играйте вместе. Нет, это нам не надо. Это что такое? Лавки продаются все. Качество оплаты принимают цветочные монетки. Можно купить семечко, но оно довольно дорогое.
Можно купить жизнь. Пожалуйста, 10 жизней. Но больше ничего вроде пока не надо. Так, 10 семечек нам надо. Они не расходуются, кстати, случайно? Не расходуются, это прекрасно. Так, горка с ягозой. Ой, гонка с ягозой. Гонка с ягозой, замечательно. Удерживайте Y движение, чтобы ускориться. Доберитесь до финиша раньше ягозы гонщицы. Ну, замечательно. 2, 1, гу! И не говори. Да, вот какие-то странные враги, честное слово. Раньше я таких не видал. Ой, вот блин, вот это фигово сейчас было. Оу, я. Так, она отстает от нас. О, нет, догоняет. Блин. Да что ж такое? Победа! 60 секунд потрачено на это было. Окей. Ничего себе, нам удалось выиграть в знаменитой гонке ягозы. Ее знают все цветочное королевство. Великодушная ягоза даже вручила нам значок автосупергриб за победу. Странно, обычно они представляются врагами, ягозы вот эти. Благодаря ему мы получим супергриб в начале уровня. Окей. Нацепите его. А, пускай. А эти значки, они долговечные вообще? Постоянные или нет? А там дальше нету ничего, нет. Так, а вот и замок. 14. Ну, нам хватает. Великое семечко. Нам надо его достать, пока его не использовали в дурных целях. Так, ну-ка. А что такое труба? Да сколько же здесь уровней-то, ёшкин кот, а? Слушайте, нам хватает вполне этих. Это что такое? Испытание значка, прыжок по стене. Четыре звезды сложность, обалдеть. Давайте испытаем на этом уровне кого-нибудь из других персонажей. Йоши возьмем. Много что-то уровней, прям вообще. Если у вас не получится пройти какой-нибудь уровень, отдохните, попробовав другой уровень. Ну, в принципе, я могу сразу на замок пойти, потому что недостаточно звезд. Он еще может подниматься вот так вот, Йоши. Это, собственно, Йоши всегда умел делать. Цветок в ханале появляется прямо сразу. Ух, ё-моё! Так, и что нам так подниматься надо будет? О, какое злое выражение лица у них. А, да, враги, короче, не наносят урон, но они его сбивают немного. Сбивают немножко с места. Ой, быстрее, 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 мать его!
Отлично, получилось. Короче, на сложных уровнях может пригодиться. Ой. Посмотрим, что здесь у нас. Прыжок по стене. Луиджи у нас будет. Let's go. Прыжок по стене. Испытание значка. Отпрыгните от стены, нажав B, чтобы прыгнуть еще один раз вверх. Ага. А, то есть это он не от стены отскакивает, а именно он, можно сказать, сбирается по стене вот таким образом. Вот так вот, пожалуйста. А, ну это только один раз, а дальше он уже от стены отпрыгивает. Короче, полезная штука. Действительно пригодится. Да что ж такое, а? Вот зараза какая, а? Да-да-да-да-да. Слова Карлсона. Великого и ужасного, мать его, Карлсона. А там что-то есть? А, я понял, что тут надо сделать. Ну-ка. Надо чуть выше. Ну-ка, вот так. Опа! Хорош! И прыгаем наверх. Но это испытание значка всего-то было. Надо пойдемте на уровень какой-нибудь. Уже с этим... с персонажем. Ладно, давайте посмотрим, что в трубе. Мы даже получили этот значок в подарок. Если что, я могу его нацепить. Да нет, пока не надо. Автогрипп лучше будет. Победи и проходи, арена труп. Что это такое? Так, ворота откроются, когда вы победите всех врагов. Если поторопитесь, вы можете получить дополнительные награды. Это испытание можно проходить с друзьями. Ну, я не могу. Что возьмешь? Вот это возьму. Наверное, все хочется. Вау-зауи! Бери сразу пару. Окей! А дальше куда мне? Наверх? Да. А как я... А, превышаем время. Ох, блин. Да что ж такое? Ох, беда-то какая, я не успел. Я чувствую, это долго проходить можно все, блин. Я превышаем время.
Или он всегда шел в этом направлении? Я что-то не запомнил нифига. Он остался тут, что ли? Ну, просыпайся, дебил. Голубой. Да что ж такое? Сто секунд. На все при все. Истратил. Чудо-семечко. Подарок. Так, ладно. Давайте, короче, я не знаю, давайте закончим на этом. И так слишком долго играли. Очень много уровней, очень много уровней. И за одну серию целый мир не пройдешь. На сегодня, пожалуй, все. Мы обязательно будем проходить эту игру. С вас и глаз. Подписывайтесь на меня, пишите видосы. Подписывайтесь на стримерский канал, на влоговый канал, спойлеру ВКонтакте. И всем пока.